Хорошо, Янис, мы закончили вашу проверку, вы чисты. Сейчас будем вызывать вашего куратора и вместе с ним подниматься на уровень вашего высшего я, которому вы можете задать свои 10 вопросов. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Ло. Куратора Яниса. Он здесь. Приветствую вас, уважаемый Ло. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первом занавиде согласно своему эфирному коду ДНК. Приветствую вас и благодарю за эту волшебную, великолепную встречу. Мы тоже очень рады. Как мы и обещали, как созреет Янис, обязательно будет встреча с Высшим Я. И вот этот момент настал. Уважаемый Ло, на какой уровень мы поднимаемся? На 17 уровень. Отлично. И Вера, бери Яниса. Вместе с тобой, Янисом, мной и куратором Ло на 4 поднимаемся на 17 уровень высшего я Яниса. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. И мы делаем запрос и приглашаем выйти к нам, высшее я, Яниса. Вышли энергии. Они похожи на женские, но это не женские энергии. Это энергии какого-то, как время года, я бы сказала, натурального чего-то. Мы приветствуем высшее я, Яниса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я счастлива видеть вас на своем уровне. Мои энергии и вибрации распространяются и дарят вам эту глубинную радость. Вы правильно заметили мои натуральные энергии. И я представлюсь сегодня как отом или осень, или энергии, которые несут плоды, спелость, цвета, наполненные красками, плодородие и натуральные, я бы сказала, это жизненные моменты, такие как паутина в солнечном цвете, в свете, листья разных цветов и прекрасная теплая погода, которой наслаждаются все вокруг. Это сентябрь, начало сентября, когда солнышко стоит, когда начинают желтеть первые листья и урожай идет. Я это увидел, визуализировал, то, что вы сейчас читали, это просто... Совершенно верно. Именно такие энергии я несу. Но кроме желтых листьев, листья бывают зеленые, красные, оранжевые, насыщенные. Безусловно. Осенней теплотой и количеством созревших плодов. Когда благо... рады все. Когда время урожая, безусловно, это радостный момент. Тогда, если позволите, я буду называть вас осень. Атом или осень, как угодно. Хорошо. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом с нами мы взяли с собой куратора Ло и ваш подопечный Янис, который хотел задать своему высшему я 10 вопросов своих. Будьте ли вы так любезны? Это замечательно видеть свою частичку на своем уровне. Жизнь на Земле объясняет, наверное, многое. Ты несешь частицу этого плодородия и обильных цветов и дарения этого плодородия, делясь плодами, сытостью, знаниями. Это то, что делает моя частичка на Земле, и я горжусь тобой. Отдельно я благодарю куратора Ло. Прими мою радость и благодарность, мой дорогой друг. Благодарю вас за эти теплые слова. Если позволите, я начинаю со вступления. Глубокий поклон перед тобой, мое высшее я. Слова, конечно, ограничены, чтобы передать полученный опыт, но я верю, что общаясь таким образом, я также смогу почувствовать более тесную связь с тобой, мое дорогое высшее я. Буду благодарен тебе за ценные указания и ответы. Прекрасное вступление. Конечно же, ты чувствуешь полноту сейчас. Это как круг, соединяющий нас, круг энергий, радости и счастья от воссоединения.
это чувство останется с тобой, оно будет внутри тебя полыхать радостью и счастьем соединения с самим собой. Благодарю вас. Замечательные слова. Можно сказать, что сейчас 100% ваши находятся здесь? Можно. Значит, мы практически будем задавать вам вопросы, вам ваши же вопросы от вашей частички. Благодарю вас. Это немножко выглядит по-другому. Мы не можем слиться воедино сейчас. Это произойдет намного позже. Сейчас же, как я уже сказала, это как обруч. Оно проходит между мной и моей частичкой, раздавая и разжигая эту энергию по кругу, чтобы прочувствовать стопроцентность. Но слиться в одно целое мы пока не можем, так как есть свои задачи у моей частицы. Которые нужно еще закончить. Благодарю вас, уважаемые. Но почувствовать целостность вы сможете благодаря этому обручу на 17 уровне Высшего Я. Связь с Высшим Я, она непередаваемая, это ощущение для души, находящейся на земле, когда она устанавливает контакт к своему Высшему Я, это слезы идут, это радость такая, которую невозможно ни с чем не перепутать вообще. Нет таких эмоций на земле. Простите за лирическое отклонение, уважаемая Осень, меня просто ваши энергии захлестывают положительные. Я начинаю с первого вопроса. Каково намерение моего Высшего Я в этом воплощении? Какой опыт мое Высшее Я получает от опыта моей души сейчас на Земле? Кажется, я уже ответила на этот вопрос. Как плодородная осень, ты организуешь прекрасное комьюнити вокруг себя, даря и обучая людей быть плодородными, энергозащищенными, востребованными, проснувшимися и наполняешь их своими плодами, своими энергиями, своими мыслями и положительным настроем, превращая и открывая дорогу для их душ, давая толчок для просыпания. Каждая душа находит дальше свой путь. Благодаря тебе многие очнулись и вспомнили про свой глубокий внутренний мир, продолжая развиваться и неся добро и свет в этот мир. Именно такие благие цели поднимают и развивают мою осознанность, перенося меня на следующий уровень развития и получая опыт прекрасной организации доброты на Земле. Вы закончили? Это был мой ответ. Благодарю вас, уважаемая Осень. Второй вопрос. Пожалуйста, расскажи мне по порядку путь моей души с того момента, как она начала воплощаться в этой вселенной, кратко упомянув основные опыты. Наша душа достаточно опытная и зрелая. Мы прошли очень много разных воплощений на разных объектах, получив негативный, позитивный опыт, сравнивая и анализируя. Нашей душе 49 тысяч лет, если тебе что-то скажет это число. Так как на Земле любят числа. Мы обожаем числа. И меры измерений. Я скажу про главную суть нашей души. 49 тысяч лет. Небольшой и не маленький срок. Но благодаря анализу, который мы можем проводить и пользоваться, твои решения становятся быстрыми, прогрессивными и позитивными. Анализируя плохой и хороший опыт, за одну маленькую жизнь на Земле ты можешь прожить несколько жизней. Я бы так это назвала. Получая бесценный опыт за одну жизнь в нескольких разных ипостасиях человеческого бытия. Именно благодаря анализу душа развивается быстро. Именно благодаря тому, что ты не стоишь на месте, а живешь эту жизнь, душа развивается осознанно.
Думаю, это будет мой ответ. Благодарю вас. Третий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о самых важных переживаниях и негативных опытах, которые еще не интегрированы моей душой в других звездных системах, и как вы рекомендуете их интегрировать? Я рекомендую оставаться также аналитически мыслящим, и тогда ответы будут приходить очень быстро и очень правильно. Тебе не нужно будет думать и раздумывать. Твоя интуиция четкая и быстро схватывающая. Именно таким путем, попадая в негативный опыт, ты выходишь из него, не проходя, как бы это сказать, не попадая в глубокую депрессию и оставаясь там годами. Ты с помощью анализа проходишь весь этот путь в своих мыслях и автоматически находишь выход из таких ситуаций, продолжая жить дальше и меняя полностью свою схему проживания. Ты прекрасно понимаешь негативный и позитивный опыт. За 49 тысяч лет был негативный опыт как на других объектах, так и на планете Земля. Но с помощью анализа было проанализировано много ситуаций, и позитивный путь был найден. Самое главное — это обман, который можно получить, доверившись. Как на Земле, так и другие цивилизации могут предлагать что-то взамен. И за незнание опыта, за неимением опыта и незнания душа может соглашаться не по меркантильным причинам, а именно из-за незнания и неимения опыта. И именно такие негативные моменты были пройдены, но они пережиты, перевоплощены, и позитивные стороны наполняют душу достаточно в большей мере, чем негативные. Негативный опыт всегда нужен. Без него ты не поймешь, как правильно жить, как правильно действовать. Это как красный флажок в голове. Ты всегда будешь знать, что можно упасть низко, что можно быть обманутым, что можно из чистых намерений попасть в негативную ситуацию войны. Такой опыт существует в нашей душе, а также выход из таких состояний. Так что выкинь из головы этот страх. Твой аналитический ум приведет к правильным и позитивным решениям. Не надо этого бояться, доверяй себе. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. Четвертый. Я прошу прощения за то, что в одном вопросе у меня три маленьких вопроса. Сколько лет моей душе? Сколько воплощений было вне Земли? И сколько воплощений было на Земле? Я отвечу лишь на два твоих вопроса. Первый уже был отвечен, 49 тысяч лет. Второй вопрос не может быть отвечен, так как воплощение происходит постоянно. Моя жизнь сейчас проходит в двух ипостасиях. Одна часть в твоем воплощении проходит свой опыт на планете Земля. Вторая же часть проходит в моем воплощении, в моей жизни, остается на Арктуре, занимаясь определенной деятельностью. Мы в постоянном поиске и в постоянном получении опыта. Поэтому воплощения не могут останавливаться. После твоего воплощения мы соединимся в 100%, отдохнем, насытимся энергиями и будем просматривать следующее воплощение и следующую цель, следующий опыт. Поэтому любое воплощение или отдых считается постоянной жизнью души. На Земле же я смогу сказать, сколько было воплощений. 13-е воплощение сейчас. Благодарю вас. Как нам сказал один куратор с Арктуром, на Арктуре мы только отдыхаем, а так все находятся на работе и все занимаются своими делами, и все заняты. Поэтому этому процессу нету ни начала, ни конца. Это постоянный процесс развития и постоянный процесс получения опыта. Я лишь хочу немножко поправить. Пожалуйста.
Находясь на Арктуре в 100% составе, мы отдыхаем, радуемся, но мы продолжаем созидать, продолжаем работать над собой. Это и есть жизнь души. Анализируя земной опыт, негативные и позитивные моменты, я лишь хочу сказать, что наша работа, она всегда несет позитив. Я благодарю вас, уважаемая осень. Если позволите, я перехожу к следующим вопросам. 5. Пожалуйста, расскажите мне о моем опыте на Сириусе. Какой опыт я получил и какой опыт вы получили? Хорошо. Воплощение на Сириусе было связано с цивилизацией гуманоида, гуманоидной расой. На Сириусе проживают как мирно расположенные, так и негативно нацеленные расы гуманоидов. Мирно расположенные души проживают и рождаются, прося о помощи другие цивилизации. Мое или твое воплощение на Сириусе было в составе военной операции «Разведка». Разведывательная деятельность и захват определенных центров гуманоидных станций, где производились опыты с разными цивилизациями, с разными энергиями и с разными душами, похищенные с помощью технологий. Именно эта задача души была воплощена. Кроме опыта, был получен и освобожден определенный объект, центр по производству гибридов и скрещиванию душ разных представителей разных цивилизаций с гуманоидной расой гибридов. Это очень сложный процесс — соединить бездушное существо с душой, вернее, частью души какой-то цивилизации. До сегодняшнего дня он не доведен до конца, так как не найдена гармония. В бездушных телах душа мучается. Душа же, наполняя бездушное тело, дает ему негативные вибрации. С помощью разведки и жизни, прожитой на Сириусе, я хочу сказать, с помощью этой операции было освобождено много частиц разных цивилизаций, а также прекращено мутирование и гибридизация ненужных индивидуумов. Благодарю. Каждое ваше слово, о чем вы говорили, во мне отзывалось, потому что этой работой занимаемся мы сейчас здесь. Мы возвращаем эти частички украденные душ и знаем, какой это вред наносят, и знаем, какой процент они могут забирать этих душ, вплоть до более 50%. Поэтому это очень важное задание, которое вы и ваша частичка исполняли в том воплощении. Замечательный опыт. Я благодарю вас, уважаемая осень. Я перехожу к следующему вопросу, если позволите. Пожалуйста. 6. Расскажи мне подробнее о моем опыте в Атлантиде и моей роли в развитии этой цивилизации, что я делал и какой отпечаток оставил в моей душе, и какой опыт вы получили. Атлантида – это прекрасная цивилизация. Очень теплое воспоминание в душе осталось от этой цивилизации. Цивилизация была мирная и очень сплоченная, жившая и общающаяся телепатически. Добро, развитие, технический прогресс существовало в этой цивилизации. Стремление научить и обучить. В этом воплощении был получен прекрасный опыт коммуникации, сотрудничества и всеобщего соединения. В мыслях, в доброте и в силе. В силе сообщества. Это именно то, что ты пытаешься создать сейчас на Земле. С той разницей, что на Земле каждый имеет позитивный, негативный опыт, опыт страха и разные свои внутренние барьеры. В Атлантиде такого не было. Был лишь всеобщий знания и всеобщая цель прогресса. Радость наполняла людей,
радость и энтузиазм прогресса как цивилизации. Благодарю. Седьмой вопрос. Учитывая мой предыдущий душевный опыт, какой энергетический потенциал я могу скачать по каналу от своего высшего «Я» в этом воплощении? Опыт принятия. Опыт как опыт. Именно опыт принятия, негативный он или позитивный. Конечно, позитивный легче принимать, но негативный опыт, как я сказала выше, не может быть. И не может быть, как это объяснить? Ты не сможешь сравнивать позитивный опыт ни с чем, если у тебя нет негативного опыта. Все, что тебе нужно сделать, это принять его как опыт, который должен был случиться, чтобы ты перешел на другой уровень и на другую область развития души. Сработал твой аналитический, как я уже сказал, ум, включив анализ, проработав и найдя прекрасный выход и правильный метод жизни, развития души, гармонии и баланса. Для внутренней гармонии и баланса должен произойти принятие. Не должно быть постоянного чувства вины. Должно быть спокойствие, принятие опыта, как я уже сказала выше. Благодарю. Замечательный ответ. Благодарю вас. Следующий вопрос. Восьмой. На какой процент я активировал свою меркабу и как я могу улучшить ее работу? Опять цифры. Мы обожаем цифры, простите, осень. У нас все измеряется во времени и в цифрах, в килограммах. Я не смогу сказать твой процент, так как Меркаба, так как вижу я ее, не покажет цифры. Меркаба покажет силу намерения изнутри, силы веры в свою защиту, без сомнений и недоверия. Как я уже сказала, внутренняя сила намерения – это и есть твоя защита. Именно это излучает Меркаба, и именно это видят цивилизации. Не процент и не цифру, а силу этой защиты, которая идет из твоей веры изнутри. Благодарю. Мы говорим сейчас о силе духа, о стержне? О силе намерения, о силе веры в защиту. Понятно. Ведь Меркаба – это защита. Универсальная защита и связь Земли и космоса, энергии. Здесь нет процента, здесь есть сила. Сила намерения, сила веры, сила духа. Меркаба излучает определенный свет. Именно так его видно, а не процент, не цифра. Все дает понятно. Защиту. А яркость, насыщенность этой Меркабы, мы заметили, у Яниса очень яркая Меркаба. И когда... сила, еще раз повторяю, сила. Именно силой вы ставите защиту. Изнутри. Силой намерения и веры изнутри. Благодарю вас, дорогая. Осень, очень приятно было услышать этот ответ. Если вы закончили здесь, я могу переходить дальше? Пожалуйста. Девятый вопрос. Как правильно обратиться к Высшему Я с просьбой обучить душу в той или иной области? Как ты, мое Высшее Я, обучаешь мою душу? Опытом, анализом, прощением, принятием. Ты можешь обращаться ко мне в любой момент, но сперва убедись, что твой куратор не может тебе дать правильный ответ или ему не хватает знаний. Если такое случится, к тебе придет определенный учитель. Кроме куратора Ло, придет тот, кто должен дать тебе эти знания. Пока же знаний куратора хватает. Все вопросы отвечены. И скажу тебе больше. На сегодняшний момент я получаю больше уроков из твоей жизни, чем ты от меня каких-то знаний. Я лишь могу контролировать, наблюдая, не вымешиваясь. Но если у тебя будут вопросы, какой-то знак обязательно придет с моей стороны. Мы связаны энергиями, как этот обруч, который сейчас соединяет нас, он всегда остается. Определенные энергии родной души не спутать ни с чем. Благодарю.
Замечательные слова. Благодарю вас. 10-й, последний вопрос. Можете ли вы прокомментировать мой общий процесс роста души и где мне нужно уделить больше внимания для плавного и гармоничного роста? Я уже проанализировала, похвалила и одобрила твой путь. И я хочу ответить на вторую часть вопроса. Обрати внимание на свои вибрации. Ты можешь поднимать их потихоньку, увеличивая и меняя в каждой чакре. Например, коронную чакру ты можешь увеличивать до 30%, оставляя нижнюю чакру 25%, 26%, 27%. Сердечную чакру также можешь увеличивать вибрации. Ты достаточно опытный, чтобы чувствовать усиление вибраций. Покалывание в руках будет тому подтверждение. Поработай с этим, повизуализируй, попробуй поиграть вибрациями. И ты посмотришь, как диапазон информации расширится. Придут новые люди и идеи, привлекут их твои вибрации в определенных чакрах. Все у нас под ногами. Эта информация существует. Я лишь немного расширила ее. Ответы очень просты. Благодарю вас, уважаемая Осень. Остались заключительные слова. Я хочу поблагодарить тебя, дорогое Высшее Я, от всего сердца за твои советы и ценные указания. Шлю тебе энергию искренности и любви. Глубокий поклон перед тобой. Благодарю. Это очень приятные и слова. Для меня это слова любви. Именно так я принимаю эти энергии от своей частицы. И взамен, в обратную связь, я хочу поблагодарить тебя за энергии искренности. Пожалуйста, не путай их ни с чем. Делай все из любви и искренности. Тогда твой путь будет настоящим и верным. Как бы ни среагировали люди вокруг тебя, оставайся искренним и неси эту любовь изнутри, не падая в своих вибрациях. Как я уже сказала, я могу лишь наблюдать. И то, что я наблюдаю, мне очень нравится. И я искренне благодарю тебя. А еще я бы хотела поблагодарить этих ангелов за нашу встречу, за возможность познакомиться с куратором для моей частички, за возможность встретиться на 17 уровне и получить энергии этого уровня. Я благодарю вас. Благодарим вас. Принимаем вашу благодарность. И позвольте, уважаемая Осень, у нас есть очень добрая традиция. Каждому куратору, с каждому высшему Я, с которым мы встречаемся, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения уважаемого Высшего Я Осень, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее ответы, за ее помощь своему подопечному, своей частичке и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Какой изумительный и волшебный подарок. К этим ягодам добавились яблоки, которые спеют осенью, и виноград. Это прекрасная корзина, которая останется со мной и будет напоминать мне об этой встрече, радуя душу. Благодарю вас еще раз. И я благодарю вас от нашего общего имени, от имени Верочки, от имени вашего подопечного Яниса, от меня и от имени куратора Ло, если он позволит, за эту замечательную встречу. Мы желаем вам скорейшего роста и всего самого хорошего, что можно пожелать Высшему Я. А я желаю вам доброго бытия каждую секунду. Живите и наполняйте свои души любовью, искренностью и радостью, радуясь всему, что вас окружает. Благодарим вас за это замечательное пожелание. И на этом месте мы говорим до скорых встреч. Мы никогда не прощаемся, возможно, еще увидимся. Всего вам наилучшего.
И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Бери Яниса. И вместе с Янисом, мной и куратором Лу, возвращаемся в нашу комнату диагностики. Полетели. Мы на месте. Уважаемый куратор Лу, как вам эта встреча? По-моему, великолепная встреча. Посмотрите, как сияет внутренний стержень, зарядившись от высшего Я. У меня точно такие же эмоции. Я тоже получил огромный заряд этой радости от высшего Я, Яниса. И я очень рад, что мы, так сказать, сделали этот шаг, следующий шаг, и что Янис получил все, что его интересовало, ответы на свои вопросы и будет дальше работать. Уважаемый... Прекрасные вопросы и достойные ответы. Абсолютно верно. А вопросы достойны 17 уровня высшего Я. Уважаемый куратор Ло, вы знаете нашу традицию. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. И мы передаем эту корзинку в знак благодарности куратору Лу за его работу, за эту встречу. Мы очень рады были сегодняшнему его визиту. Приятно, приятно, что сказать. Спасибо. И получите также мои энергии и благодарности за то, что не забыли куратора. С благодарностью. Я бы хотела ответить по поводу вопросов Яниса и напомнить, что вокруг него очень много знаков, и его интуиция прекрасно работает. Я не могу это даже назвать работой. Я бы сказал, его интуиция прекрасно вибрирует. Благодарю вас еще раз за эту встречу. Благодарю вас, уважаемый Лу. До скорых встреч. Всего вам наилучшего. Привет Арктуру на этом месте. И рассинхронизируйся, Верочка. Есть. Янис, мы закончили встречу с вашим высшим Я. Как вы получили все ответы на свои вопросы? Он показывает себя, он расставил сейчас руки в стороны, и у него внутри вот этот огромный такой ромб, в виде ромба стержень, можно так сказать, он излучает энергии полностью по всему его телу, руки, ноги, выходит за его тела. Отлично. Хорошо, Янис. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Яниса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он гармонизируется, и у него легкость, радость, настроение на жизнь. Такое ощущение, что он отрывается от пола и передвигается вот с легкостью, с такой быстротой. Отлично. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.